Всем привет! Вы на канале Петров ТВ. Сегодня очередная посылочка с Алиэкспресс. Прибыла за 23 дня, стоила $18.93. И это у нас сумка для ноутбука 17 дюймов Teikesin. Достаточно хорошая сумка, неплохого качества. Здесь есть один кармашек, второй кармашек. И самое главное, это отделение для ноутбука. Такие вот очень мягкие квадратики, которые защищают ноутбук. Очень все неплохо. Давайте сразу положим сюда наш ноутбук. Вот он наш 17-дюймовый Asus. Очень хорошо и плотно сидит. Защищен и по краям также. Такая вот хорошая сумка. Что есть в ней еще? Сзади здесь у нас есть на замке, чтобы можно было закрепить сзади на дорожной сумке. А также, если вам не хватает данной сумки по ширине, здесь есть как расширение, чтобы сделать ее толще. Также в комплекте с данной сумкой есть ремень для того, чтобы носить ее на плече. Достаточно неплохие карабины, металлические. Очень хорошо застегиваются. Я думаю, что достаточно надежные будут. Сумка имеет хорошую защиту от влаги. Как видите, просто скатывается вода по нашей сумке. И все остается сухим. Сумка достаточно качественно сделана. Все хорошо прошито. Очень мягкая и здесь, и там, где находится сам наш ноутбук. Габаритные размеры ноутбука я оставлю здесь. Значит, есть 4 разновидности размеров. 13,3 дюйма. 14 дюймов, 15,6 дюймов и самая большая сумка это на 17-дюймовый ноутбук. Вот она здесь представлена. Также есть 4 разновидности цвета. Это розовый, светло-серый, темно-серый и классический черный цвет. Сумка очень качественная, рекомендую, прибыла быстро. Ссылочка на проверенного продавца будет в описании. Если хоть как-то было полезно данное видео, ставьте лайк, не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!